Тоже так. Да, Владимир. Другая позиция. Давайте. Нельзя смотреть вот на, это, на эти события. Вот редакция, французы-журналисты и убийцы-террористы. Идет глобально нужно охватить. Вот 20 век фашисты и коммунисты столкнули, Германию уничтожили, СССР уничтожили. Закончилось. 21 век столкнуть нужно христианский мир и мусульманский. Чтобы был жупел, угроза, страх. Почему сейчас сделали? Евросоюз стал колебаться. Может быть, санкции отменить, смягчить? Ах, ребята, хулиганить стали, вот надо их наказать. Сперва Германия стала артачиться, Бремен-завод стали взрывать. Стычки антимусульманские и промусульманские. Франция, Олланд что-то там начал говорить. То есть это наказание Европе. Как 11 сентября 2001 года. Весь мир поставить под американский, так сказать, рупор, всем молчать. Я, Джордж Буш, буду управлять планетой. Сейчас то же самое. Барак Обама, чтобы Европа окончательно легла. И Францию поставили на колени. И неважно карикатуры. А заложников в магазине захватил другой террорист. Это уже не журналист. Это, в смысле, не связано с карикатурами, с журналом. Мусульманскую карту разыгрывают. И мусульмане поддаются. Они миллионы выходят. Правильно выходят. Марши протеста. Они бунтуют там. Но смысл-то, ведь поймите, это же не провокация, а сценарий. Значит, моментально знают, когда будет заседание редакции. Все сидят за столом. Наводка же. Террорист идет напрямую, пошел все сносить. А это заходит в редакцию, да, когда все сидят, всех положили на пол. Тут же приезжает президент Олланд. Никогда не позволит президент страны приехать к месту теракта. Там все заминировано должно быть. Знала контрразведка французская, что там все чисто, ничего нету. Спектакль. Вот они все в воскресенье вышли. Вся Европа идут, руководители всех стран. А это все показное. Сзади пустые улицы. Сзади них идет их охрана. А показывают снизу, вот идут руководители. Миллионный марш. Миллионный марш с другой части Парижа. А здесь постановочка идет, так сказать. Потом, значит, машины показывают. Да, полицейский убит. Полицейский убивает человека в маске, но не убивает его. А потом кто-то добил полицейского. Нужны жертвы среди полиции. А машины, на которые приехали террористы, задние, белые, значит, белые зеркала заднего вида, а когда машину захватывают в конце, она уже с черными зеркалами. Ларуч, вы то все, все, понял, ошибка вы, на ошибке, да, ошибка вы, на ошибке, вы свободное, в чистом виде провокация. Понял, вы свободное, постановочный спектакль. Вы свободно от Думы время детективы фантастические не пишете? Нет, нет, нет. Просто, нет, вам, просто вам, журналистам, нужен спектакль. Всегда. А пускай спецназ говорит, наш спецназ, их послушайте, они все это уже сказали в своих интервью. Понятно. Все прослеживается четко, что все это белыми нитками шито. Постановка, чтобы запугать Францию, и запугали. Я вам скажу она честно, сидит на коленях, знаю, Европу запугали. Я знаю, сейчас Донбят, Донецк, запугать Россию. Людей спецназа чувствуют себя уверенно, когда они на вручении наград говорят «служу России». Вот любые тысяч, другие заключения от спецназа тысяч, я бы спокойно 8 ответил. Тысяч спецназ Франции и убивают трех террористов. Никогда не должны были убить. Им уже были живые террористы, убили. Почему понятно. Начальник полиции застрелили? Самоубийством положили. Почему он? Скрыть, он же готовил. Говорит, скрыть, нюансы да. есть. Ах, нюансы есть в расследовании. А до него то же самое вел следование. Это что тоже? Не, это же французы убили. Француза, лучшего сыщика Франции убили за то, что он понял, что это не мусульмане, это не теракт, это действия других сил Франции, может быть, за рубежом. Поэтому каждый сюжет этого действия показывает липа. Для народа берите террор, все там, бойтесь запугать всех. На самом деле, понял. Еще будут следующие, это не последнее. Да каждый я, квартал, я каждый сомневаюсь. Месяц будет взрывать и все валить на мусульман. Ларуч, на мусульман. Исключительно то ли виноваты коммунисты, фашисты, ради сейчас мусульмане. Любви к точности. А как звали лучшего сыщика Франции? Сейчас. Мегре. Ду, у на конце. Фрик бреду, что-то такое. О чем мне его знать, я первый раз в жизни слышал. Не, зачем он нужен? Он уже в могиле лежит. И предыдущий. Вот должны братья Куаши знать их имена. Нет, зачем нужны имена террористов? Вы знаете, я просто был уверен, что вы скажете Мегре. Я наконец понял, какой что я в студию пришел с именом. Не надо, не надо. Да, бреду там. Не случилось. Да, прошу. А я полагаю, что... Я вам принесу после...